Сейчас мы находимся на поселке Октябрьском. Вы видите, какие разрушения есть. Собачка вот живет. И мы приехали, тут дом разрушенный, и приехали к одной женщине, Валентине Петровне. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Вот сегодня мы приехали к вам, привезли вам продукты. Это благодаря норвежской группе «Помощь детям Украины». Есть такая замечательная женщина в этой группе, Ингрид Маргарета. Вот она очень переживает за людей на Донбассе, переживает во время боевых действий, что здесь люди очень страдают, и особенно пожилые женщины, дети, старики. И вот благодаря ей мы привезли вам продукты. Здесь есть и сладенькое для вас. Я знаю, что пожилые люди любят сладенькое. Держите. Спасибо. Спасибо. Как вы тут поживаете? Ну, как видите. Дом разбит, это вы в кухне. Переживаем. Два дома на пано и оба побитые. И оба два дома разбиты, да? Mm. Вот здесь даже в летней кухне мы видим, она побита осколками. Здесь все разбито, просвечивается насквозь. Скажите, а стреляют часто тут? Каждый день. Каждый день, да? Да. Стреляют каждый день? Да. Сейчас вот это самое... Стреляет. Да, мы слышим, мы по улице ехали, слышали, как стреляют. Огромное спасибо людям из Норвегии, огромное спасибо всем, кто помогает. Вот таким людям на линии фронта мы помогаем и поддерживаем тяжело, их в трудный момент. Спасибо. Все, не забывайте нас, стариков.